детектив! Позовите детектива! У меня кошелек украли. Идите, спасите меня, пожалуйста. Прошла с рынка. Ходила за овощами. Представляете, а вот здесь. Прихожу, смотрю. О, мой брат, а его нет. Нет, кошелька, помогите. А где вы? Я была на рынке в главном туристическом комплексе. Города Суздаля. Идете направо. Налево, 80 оборотов. Что за ерунда? Ну ладно, я поищу пропажу. Здесь наверняка должен быть этот кошелек. Заброшенное местечко. Тут, наверное, проводились всякие вечеринки. Ну, может быть, это логово злодеев? Проверим. Кто ты такая по моей студии просмотра? Я детектив. И я ищу, где логово злодея, который украли кошелек. Вообще-то я дамы. я уже вообще-то долго учусь детективом и должна уже сама изучать без тебя. Я тут куча проходила и... Непонятного я не нашла. Кошелька нет. Стоп. А это что за лоскуток? Пойдем проверим. Пойдем. Улика наша, которая носили галстуки. Что же еще мы поделали с этим? А это что? Да. Смотри. Это, кажется, сып злодея. Он здесь попал. По-моему, это снотворное. Они не хотели усыпить. Наверное, вам. Ой-ой, пора сматываться. Смотреть.
ладно. Может... Что? Слышу знакомые хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Босс! Эй, отзовись! Вам меня не узнать! Ну все, мы тебя догоним, где бы ты ни был. Кошелек. Кому я должна сказать спасибо? А? Мой дорогой детектив! Мой кошелек! А что это за бумажка такая в кошельке? А что здесь? Давай посмотрим. Это не я. Это нет? Не оставляйте деньги и вещи без присмотра. Анонимный пожелатель. Ура! Все, прячу под молнии. Все. Сажусь, папа, и не стою.